Всем привет, дорогие зрители! Сегодня у нас будет безумно интересный проект, связанный с инвестициями, с сделками. Погнали к его обзору! Вот, ребята, мы перешли уже на сам проектик под названием Bull Perks или же Perks. Можем увидеть, что это у нас будет такой проектик, который поможет вам в инвестициях, в сделках. Вот, давайте я даже прочитаю вот эти пару предложений. Предстоящая сделка, вы с Strong Node, вот можем видеть, это такой механизм, проектом, который соединяет B2S и B2B компании по всему миру путем создания масштабируемой и безопасной технологии узлов. Давайте перейдем и разберем немного, какие у них тут есть вообще проекты и что вообще у них здесь есть по вкладочкам. Также мы сегодня с вами разберем, как можно купить их токен BLP на PancakeSwap, он есть. И в следующем проекте мы с вами разберем их кошелечек. То есть там все предельно ясно и понятно. Будет два видеоролика по этому проектику. Вот можем видеть, здесь есть несколько вкладочек. Это сколько вообще сейчас есть вообще на этом проекте проектов, так сказать. Вот есть вкладочка действующая, предстоящая, завершенная. Вот давайте зайдем в завершенный и посмотрим, какие уже проекты были завершены у нас. Вот можем видеть, что сам StrongNode уже был завершен. И остальные тоже проектики. Давайте перейдем и рассмотрим немного поинтереснее проекты, такие как... Сейчас, секундочку, я для вас найду, потому что я здесь разбирал, листал, и мне очень зашел проект, так как я сам эту монетку покупал. Нет, сейчас, секундочку, вот он. В действующий нам нужно зайти. Действующих нет, предстоящий, значит. Предстоящий, вот. Значит, тут точно. Вот, вот эта монетка. Я ее сам покупал, она мне просто зашла. Я подумал, что она достаточно перспективная и решил ее купить. Здесь можно найти безумное количество монеток. Также вот, Mooncash. Мне кажется, если вы интересуетесь криптовалютой, то где-то вы слышали уже это название Mooncash. Здесь тоже можно инвестировать в эту монету, присоединиться. Можно даже узнать о проекте. Вот здесь приходит. Так, это мы берем. Можно узнать все детали о данном проектике полностью. Все ссылочки будут в описании. И на вот это тоже можно... Оставлю ссылочки в описании. Переходите, подписывайтесь, узнавайте первую инфу. И все вместе.